Как говорили китайские мудрецы, человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки. Все начинается с малого. Всем привет! Сегодня о погоде на четверг, 11 ноября. В северных районах республики днем переменная облачность, 1 градус ниже нуля и ветрено, ночью до минус 10 градусов. По югу днем плюс 6 и солнечно, ночью столбик термометра опустится до минус 6 градусов. В столице Бурятии днем солнечно и до плюс 2 градусов, ночью минус 5 без осадков. Не забывайте носить маски. Пока!